Вы знаете, друзья мои, меня иногда критикуют за следующую песню, иногда, наоборот, очень хвалят, в том числе и ветераны Второй мировой, Афганской войны, Чеченской войны. Я считаю так, что на самом деле самое главное в советской, в российской армии, это было наше неистребимое чувство юмора, которое помогало нам переживать самые критические моменты нашей истории. И собрав немножко воедино какие-то куплеты, которые мне еще мой дед рассказывал, придя со Второй мировой войны, я сделал такой некий симбиоз. Припевы народные, а куплеты я написал сам. Три танкиста. Поехали. С ансамблем «Синяя птица». Когда броня была крепка, да так и быстрой, летел по небу вражий самолет. Внизу по полю двигались танкисты по направлению, кажется, вперед. Измотан враг таким передвижением, куда лететь сам черт не разберет. И три танкиста выпили по 300, ну а четвертый выпил 800. И три танкиста выпили по 300, ну а четвертый выпил 800. Броня крепка, как горка у арбуза, а экипажу в мире нет храбрей. И пацаны со всех концов Союза, татарин, чукча, русский и еврей. В эфире слышен только мат радиста, на подвиг срочно Родина зовет. И все ребята хлопнули по 300, а кое-кто осилил 800. И все ребята хлопнули по 300, а кое-кто осилил 800. В лихой атаке землю сотрясая, разгромил склад тушенки и вина. И с благодарностью танкистов вспоминая, не зарастет тут и дорогая тропа. Ушли ребята дальше бить фашиста, но ни один себе вам не соврет. Как три танкиста выпили по 300, ну а четвертый выпил 800. Как три танкиста выпили по 300, ну а четвертый выпил 800. Звезда светила в небе над Берлином, звезда для танка слабый ориентир. За что в пути победного не сбиться, решение принял храбрый командир. Мы не уроним честь советского танкиста, не будем ждать, куда судьба нас занесет. Для ориентации как минимум по 300, а кто осилит, можно 800. Для ориентации как минимум по 300, а кто осилит, можно 800. Не раз от смерти уходили, напевая, и возникали снова, как мираж. И так страшна машина боевая, страшнее ее веселый экипаж. Сложили песню блатари и гармонисты, поет ту песню весь честной народ. Как три танкиста выпили по 300, ну а четвертый выпил 800. Как три танкиста выпили по 300, ну а четвертый выпил 800. Хорош, хорош, братуха. Давай-ка, за победу, за нашу. Все вместе, ну! При танкистах наипулеметчик, экипаж машины боевой. Три танкиста, наипулеметчик, экипаж машины боевой. Спасибо, друзья! Удачи вам! Награждаются дипломами лауреата за песню «Три танкиста» и «Севастопольский рейд». Рейд. «Севастопольский рейд», «Три танкиста», Денис Стрельцов! Спасибо! Дипломами автора «Севастопольский рейд».
сегодня музыки награждается Денис Гробовенко. Он написал две эти замечательные песни. Спасибо.